Здравствуйте! Сегодня на обзоре Sling Pistolback Elite Hex от Intac. Удобная сумка с универсальными размерами в 24 на 17 см представляет из себя классический Sling с однолямочным креплением. Конструктивно сумка может послужить отличной кобурой для оперативного использования. Подойдет также в роли прочной барсетки для ежедневного ношения в городских условиях. Иными словами, сумка на каждый день. Sling имеет множество нестандартных решений, да и сам крой дает возможность максимально эффективно организовать носимые вещи. Главная фишка сумки – это испанская застежка, которая позволяет молниеносно открыть оперативное отделение и быстро извлечь оружие. Хитрая система крепит застежку в удобном месте, причем неважно, вы левша или правша. При правильном расположении отдел удобно отпирать любой рукой. Внутри имеется велкро-велюр-панель, на которой можно крепить кобуру в любом удобном положении, опять же, под любую руку. Задняя стенка этого отдела, она же тыльная сторона сумки, снабжена небольшим скрытым карманом для мелочевки. Далее, ближе к фронту, идет нашитое центральное отделение с вертикальной загрузкой, где на передней панели имеем вшитую компрессионную сетку на молнии. На задней есть еще один карман чуть меньшего размера. Внутри этот карман снабжен эластичными креплениями для ножа, фонаря или запасного магазина. На фронте имеем еще один карман на молнии, где можно размещать любую соразмерную вещь в быстром доступе. Плечевая лямка исполнена из прочной нейлоновой стропы Texel, которая имеет большой запас регулировок по длине и фастекс быстрого сброса. Центральную крепежную фалангу защищает прочная полимерная накладка, крайне устойчивая к механическим и термическим нагрузкам. Сумка пошита из кордуры и кордуры Hex плотностью 1000 денье. Огромный запас прочности на стирание позволяет использовать эту сумку в любых самых агрессивных условиях. Все имеющиеся замки представлены японским брендом Yoshida Kagyo. При этом бегунки снабжены темляками и ринг-пулерами, которые позволяют пользоваться молниями, не снимая перчаток. Кто хочет узнать больше, все ссылки под этим видео. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всего доброго, до свидания, до скорых встреч!